считается, что любовь – это привилегия молодых, а мы с этим не согласны. С этим не согласны мы и Лариса Рубальская. Тамара Харькова расскажет, что думает по этому поводу Лариса Рубальская. Кто сказал, что любовь юным? Кто сказал, что для них рассвет? Почему для них столько много, а для тех, кому сам, ушей нет? Ну и пусть виски посидели, ну и пусть морщинки у глаз. Мы последние песни еще не пропели, их еще не сложили для нас. Ну и пусть золотая осень облетела вокруг листва, а любовь придет и не спросит, ведь любовь всегда права. Жжет в груди, как от водки с перцем, от любви небывалой, большой. Молодые те любят сердцем, а кому за – душой. Спасибо. Мы благодарим Тамарочку и, конечно же, Ларису Рубальскую.